Первое заседание ВНС в новом конституционном статусе этого органа фактически делит историю политической жизни страны на до и после. И это эволюционное движение и развитие. Первый президент, руководители всех уровней, выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо своей страны. И кем бы мы ни являлись, находящиеся в этом зале, где бы ни работали, между нами нет дистанции. Здесь у всех нас один статус – участников Всебелорусского народного собрания, делегаты и приглашенные. И этим достижением национальной демократии я горжусь больше всего. Александр Лукашенко назвал Всебелорусское народное собрание защитным буфером от возможных опасных процессов, которые идут вразрез с интересами общества и государства. Все ваши решения в иерархии правовых актов страны займут высшую позицию и приобретут общеобязательный характер. Их должны будут исполнять все граждане, все органы и институты власти. Скажу больше. ВНС получила исключительные полномочия приостанавливать решение любого органа или должностного лица. Никто из мировых лидеров, кроме Александра Лукашенко, не имеет смелости так открыто говорить с народом. Это отличительная черта президента. Сила нации не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Когда на землю ступил враг, советская страна еще не оправилась от разрухи гражданской войны. Люди не жили в роскоши. Но они победили. Победили всю Европу, богатую, ставшую под знамена нацизма. Свою страну очистили от фашистов. И тех, кто еще вчера смотрел на советский народ свысока, мы тогда тоже оздоровили. Победили, потому что сражались за родную землю. И она давала силы. Давала силы на поле боя, силы пережить горе, силы восстановить разрушенные и силы не мстить. Глава государства попросил не путать миролюбие белорусов с пацифизмом. По мере роста угроз наша страна будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. Вы не толкайте нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными. Мы ни у кого не просим земли. Мы ни у кого ничего не требуем. Мы хотим жить на своей земле. Наш народ белорусский выстрадал это право, и мы его отдать никому не позволим. Укрепление суверенитета и независимости. Эти посылы проходили красной нитью через весь доклад. Наступает время сильных. Не агрессивно, а духом. Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше, делать мир лучше, принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие, помогать тем, кто слабее. Мы, белорусы, так понимаем силу нации. Глава государства в своей речи касался темы союзного государства и тесного сотрудничества двух стран по многим направлениям. Белорусский лидер большое внимание уделил вопросам сохранения суверенитета и независимости, что важно для каждого государства, а в нынешних условиях приобретает особое значение. У нашей Родины, подчеркнул президент, кроме нас никого нет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси, какой должна быть наша страна. Как сделать ее сильнее? Только мы это знаем, и никто другой. Да, было трудно, но будет не легче. Но будет интересно. Слова Александра Лукашенко делегатам после его выдвижения председателем ВНС. Тут надо слушать. Ну, я не оспариваю. Время сложилось так, что вы поддерживаете, я это, извините, вижу по аплодисментам, действующего президента. Но запомните, вы всегда должны держать свое слово. Вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившие только что, или я до этого в чем-то неправы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вечера. В этом суть всего того, во имя чего мы
собрались. Поэтому завтра, если не сегодня, вы должны сказать свое слово. Потому что, голосуя за председателя, его заместителя, членов президиума, за концепцию национальной безопасности, за военную доктрину, вы несете ответственность. Поэтому я, конечно, на вас не перекладывал эту ответственность. Я 30 лет отвечал за это один, принимая эти решения. А теперь будем вместе. И вместе будем за это отвечать. Будьте всегда со своим словом. Будьте сильными и мудрыми. И никого не бойтесь. Надо помощь, зовите, мы придем. Мы сильны традициями, исторической памятью. Современный мир диктует такие условия, при которых каждый житель нашей страны несет персональную ответственность за будущее государства. Кристина Ариянс, Виталий Гаврусев, Павел Зуев, Константин Шевцов. Бобруйск, 360.